Я 22 онлайна, Ебать, по-любому Вова. надо Барбарос, проебать. Барбарос, Вообще онлайн Барбарос. ГП надо. Не надо ГП, нахуй. Нахуй не надо ГП. Ну ты что все, делает с людьми власть? Ебаш, Войт, ебаш. Я могу хоть, хочешь, я могу себе хоть, блядь, 1000 ХП, блядь. Тут а вообще ХП. Поебать, ты знаешь, у меня но такая ты, же блядь. Меня, потому что ну здесь, реально, блядь. Потому что здесь я, ебал, блядь. Я просто смотрю, когда мы идем, блядь, ЦЛК 25 гер, блядь, на леди, я просто, блядь, просто плачу. Просто прошу, блядь, дух, ебаный дух, залети в меня хотя бы, блядь, немножко. Не лети ты, пиздец. Я в ахуе. Этот, Левичка, а ты тут вообще? Левичка? У меня нет. Да, у него нету шмана. Ай, блядь. Он просто великана. Да сделай его потише просто. Я в ахуе, сука. У кого есть шаман, нахуй, похилить? Без заебали. А... 240-й, по-моему, что-то такое. Да, а вот Бентли, где Бентли на эту группу хилить? Бентли нахуй, у тебя есть Тершан? Да нахуй мне 19-й, блядь, единственный нормально. Единственный шаман и тот окнутый. Че, ну прикольно? Алло. 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 Привет, ты случайно да. Не зелье варишь? Нет. Нет. Не, я варю. Мастер трансмутации. Мастер трансмутации. А есть кто зелье варит? Ну, у меня есть на ДК. Какие? Я варю силовые зелья, кстати, да. Ну, но... зелье прокает у тебя, да? Ну, зелье нет. Или... Ну, точнее выразить, настойки или зелье? Настойки. Ой, эти зелья, которые эти... Серега, Серега. Да, Серега. Есть. Нет. Серега, привяжи катаки и ПГП к присту. Давай зайду сюда. Тут новая система, Кана. Теперь отдельно ЕПшка. А, да? Да, отдельно и получается. Да. На 12 лутать. Нихуя себе, нахуй. Тогда я буду лутать все, на. Да? С 0 ЕП. Ебать. О, квест, кстати. Ну так что, есть у кого-то шаман, блядь? Это чтоб овер до хера ЕП не было. Что с Бентли случилось? У него там, он написал в DC интернет, что-то вылетел. Как включит, он скажет. Инсон энд соул. Короче, нужен хил, нахуй, шаман, блядь. А вот 240-й катит, нет? У кого? Вместо кого ты? Скажи, кто ты, блядь, в рейде сейчас. Я в чат пишу, по козябр. О, как козябр, нахуй, нихуя себе. У тебя 240-й твинк шаман есть, да? Да. Ну, Т4 хотя бы есть? Но Т4 там нету, по-моему. 2Т4, 2Т10, что-то такое. Заходи, поебать. Ну, если это... Он в гильдии у тебя, нет? Тебе ИП сюда налог. Погнали, может, трешки похуярим? Чувствую, синдрома не пройдем. Алло. ИП сюда налог, а тебе, да? Да. Алло. Ой, заходи. Бэхритрэш. Там уже дерется, он пацанчик. Смотрите, там не сдохни, на... без хилов там не сдохните на трэше, там имейте в виду. Да, у нас 0 хилов, кстати, здесь. Там. Живи, блядь, скорее всего, на. Бабушка Чиона. Кто-нибудь, правда, может квест на ребро этот пошарить? Да сейчас пошарим, ёбаный рот. А мне нету квеста на ребро, я наебал. Так, вы хотите идти в три танка фулл инст, я так понял, да? Понятно. Где три-то? Ну вот давай посчитаем, левичка, чьё и гусь. Вот этот грусь, грусть. Ну, паладин, короче, четвертая пати. Кто это вообще? Да я ебу, ну... Хант какой-то написал, хотите я позову протопала? Я говорю, ну давай, бери. Он, который пиропатит тессер. Левички ДД есть. Холик вроде даже как раз еще пошел. Может, так, я не могу тебя найти, Войд. А, хэпал, это другое дело. Давай хэпалом тогда, нахуй. Я срываю танки какие-то, ну... Можно оценки разъебать. Танки хуевые, да? На пул хуевые. 4 на пул в рейде срывают, нахуй. Вообще бомжи, блядь. Нихуя не играют. Кнопки не жмут, блядь. Секунду, одну. Что там, Ршам зашел, нет? Ну минус 2 ДД получается игра. Бля, ну Роги, ну по-братски, ну. Одну минуту. Ну плюсанешь, короче, скажешь там куда-нибудь чат РД или куда-нибудь хуй знает. Так, а я вот же там, чё там, пишу в приват, дай ему ассиста, пускай возьмет. Кому пишешь? Эй, мне. Чё? Бля, у конфиля ФК нахуй, проснись, ну. Давай, гриппа этого пидора большого уже захуярим.
А, кстати, нормально, у меня тут репа не докачана. Ну, вот, хоть что-то, да, блядь, поделаешь полезное, блядь. Где ебучая спина, нахуй? Спина? Ну сзади, блядь. Где еще, блядь? Голова, затылок и там дальше спина, блядь. Блядь, мобы ебаные пошли. Они не сагрят трэш? Надеюсь. Желтые уебки. Бать ебу. Как плесты ебу, блять, на коте. Бывает. Блять, ну срываю. 50 давал бы, ёбаный рот. Чё там, отвернуть можно? Промолчу. Это... Кринги, извини, я у меня просто не успел сидеть за ними. Чё, кринги агро срывает, да, блин? Да не кринги великолепно. Дайте ребавчики по-братски. Да, сейчас тут трэш разъебем в два хила, нахуй. Потом супнем. Бля, мир покон кинул, я не успел даже подбежать в мили. Опять, спасибо огромное. Спасибо, Рейси. Там, кстати, КВС, блядь, на великана. Ну да. Можно взять, кстати, и на... чтобы потом ебалом не втыкать. Сегодня делали квест этот ебаный, так там 10 человек вылетели нахуй с ошибкой. И я не могли знаю зайти на. Когда он а топает, не, когда топает, да? В палатке. Не знаю, или когда топает, или до этого. Ну, короче, по КД вылетали нахуй. У меня то же самое было. Тихо, стойте, не двигайтесь. Я бронил мозги, да? А, все. Поднял. Да я не успел этот. Меня выбили из того. Ну это в пиратах Карибского моря, знаешь, блядь. Стойте, не шевелитесь. Чё? Я, говорит, обронил мозги, блядь. Да, чё ты хочешь, Андрей? Кушать хочу. Так, блядь, скажи, я ебу нахуй, Дмитрий. Я очень кушать хочу, да. Он хочет доставку заказать. Не, так там про класс вроде бы был. Или по мозги. А чё за параши, кстати, бафы слетают, нахуй? Это вообще нормально, блядь? Да. Чтобы теперь не, это, не обузили эвейд мобов, типа там гинуть Геру, потом заэвейдить, чтобы у тебя остался баф и снялся КД. Блин. Сейчас сделали так, что после эвейда босса снимаются все бафы, как при смерти. И петы убираются. Типа ВРСки использовали только. Да, ВРСки теперь не обузится. Так и в этом использовали в Груль Магике, когда трэш бьем на магика, блядь. Ставьте шкаф. Вот, я тебе соли пришел. Спасибо. Ты в ахуе? Вообще пиздец, ебать. Первый рейд, когда столик тыкают. Сейчас, секунду, парни. Серега, есть алкашные фласки? Блять, вообще все забыл. ГБ там. Поставь ГБ. Там ГБ. А, альта можно брать? Я хуй знаю. Слышь, Андрей, можешь дать алкашную СПД? Алкашно. А что ты взять не можешь? А, не в первый? Да. Ну, я думал, они там... дали. А на ребро есть? Ебать, 4 ВГБ. Ну тогда на ребро дали. Нет, так... дали на этот. Полученное задание лорд, ребро должен умереть. А еще раз, шарните его. У меня просто дали на Стража Зерота. Разные квесты. Шарнул. Что-то не пришло. Этот. У тебя, значит, другой висит какой-то, кто-то должен умереть. Этот, чувава, я тебе РЛ скину сейчас на другой, на сову зайду. Все, есть, спасибо. Что с хилами у нас? Все плохо? Ну, 4 хила есть. Вот это ты хилить умеешь?
Не, не умею нихуя. Да, ну, а Кросси это вроде протопал, нет? Ну, у него, говорит, хэпал есть. Нахуй нам три танка. Кто танки у нас? Он просто Синдарелли его к себе закидал. Ну там почему если... спать, Андрей? Если ему тотем не надо шаманский, то похуй. Нам людей не хватает спать, да? Ну да. Сейчас, а что, сейчас мой нежить будет, нахуй буду бафать. Че я там бафаю? 1% духа? Нихуя, или блядь. Блядь, нам бы синдарейчику. Дух бафаю, ты че топовая? Дух? Дух, да, дух. Дух тролли бафают, а не нежить. Шкаф поставьте, там по самоним. Нежить не даете нихуя. Вот его отдыху себе перенес. Шкаф, ребят, барбадос. Бесполезен. Так, а ты кто? Ты хил? Че хватаешь? Кто? Ты! Я хуй знает. Ну танк нахуй, третий. Угу. Сука, ну вы суманете там или что нахуй? Стервей. Ну а шкаф не ставят. А где стервей? Слоков, кажется. Барбер. Рус? Ясно. Барбер Рус. 40, он реально мороз? 40 минут с начала сбора, ебать, заебись на ребре, блядь. Биг босс! Мороз. Мороз. Надеюсь, нет, мы за 2 часа мороз ебанем эту всю хуйню, нахуй. Я сейчас с челиками закрывал. Сейчас скажу, в 24 тела, 316к ДПС на сурке. И мы закрыли за 2 часа и 40 минут, нахуй. Ну, один вайп на синдре. То есть уже было, да, сегодня целка? Да. А тебе болевать не хочется? Да нет, нахуй, я с выключенным монитором играю просто. Чисто на звук. Жестко. Вообще пиздец. А чё, сейчас карта лучше Талика или как? Да? Кринж Кинг. Я не понимаю, да, блядь, где стервы? Смотря на кого. Он Холич тоже без Талика бегает, хотя у него есть. А мне нахуй Талик не нужен, на самом деле. Я не знаю, лучше он или хуже. А надо же ему Ди сдать, нахуй. Где Талик лучше карты? Это пацан... не, по идее, Талик лучше карты. Слышишь, Хан? У меня типа грейдженная карта. Тесер, ты тут? Тесер. Ебать, вы пиздите без остановки. Ну, Талика КД просто год. Мне кажется, вам про Талики надо будет спускаться в отдельный канал скоро. Тесер, ты мне скажи, вот этот пал, он, во-первых, где? А во-вторых, у него, говорит, есть хпал, он спекнется. И есть у него дис? Нихуя не слышит, наверное. Надо ему там просили скинуть дис, что-то всем похуй было. Ну, давай скинем дис тогда. Скиньте БЖ Дискорд хэпалу и притащите его в канал. Так, надо скинуть низ. Пригласить людей, копировать, закрыть. О, скинули уже чувава. Самая быстрая рука на Диком Западе. Что-то разные у нас с тобой ссылки, ну да ладно. А где стервей? Город только тебе. Давай. Блять, короче, я не знаю, где стервей, он зайдет? Нет, есть какая-то инфа? Стервей, его в Дисе вообще нет. Вообще в DC 21 тело, всем похуй. Рида нет. Что тебя не уважают, вот, по-моему. Допустим, смотришь, стервей нету DC. Да и пусть хуй сосут, нахуй, ну не уважают, мне вообще похуй. И Кросси. Куда их, нахуй? Поебать вообще, нахуй. Это уважение, блядь. Мне похуй, ну типа, если людям надо рейд, они пойдут в рейд. Если не надо, да и мне тоже похуй. Я тоже могу взять и уйти, нахуй, мне вообще похую делать. Ебитесь как хотите, мне вообще похую. А ты кого-нибудь уважаешь, вот? Войт. Да, то есть я просто перенести его сюда. Да, да, сейчас принесу, я специально скинул, да, чтобы увидеть. А, перенесли уже? Нет, это, нет. Груси, блядь, не принесли. Сука, ну когда он там зайдет? Надо, чтобы в любой канал зашел. Ай, блядь. Ну так скидывается ему этот. Так, спекнулся в хэпау, я смотрю. Арислин, в пизду спекайся, в три это хуета будет, нахуй. Спекайся в хэпала, нахуй. Как завоевать твое уважение будет? Не линковать картинки ебаного Витаса, нахуй. Это не картинка, это гифка. Ну гифки, нахуй. Ну, ты понял, блядь. Витаса? Ты имеешь против Витаса? Не имею, нихуя не имею, блядь. Не, ну тут только вот так можно, нахуй. Элим Пшам. Ебануть.
Insane Soul, давай заходи, блядь, видишь, хилов нету нихуя. Давай заходи в пизду эти 300 хантов, давай заходи. Сейчас еще челик зайдет. А то, блядь, мы ретриков, которые 22к на сурке дают, мы спекаем в хила, нахуй. Бать весело, нахуй. Че, рисли, можешь обратно. Спекнулся, хватит. Да я вот хуй знает, нахуй. Тот шаман, давай этого посмотрим. 242, нахуй. Ну, камни хоть есть нормальные. Бля, 20 человек онлайн. Кстати, сегодня новая лига боя, ребят, ебать. Че? Уже стартанула? Я до 11. В 11 лига стартует. Лига легенд? Какая лига легенд, блядь, поя, да. Сегодня там шаман новая. Прессует. Что за поя? Art Soul, ебать. Pass of Exile. Короче, я не знаю, нахуй, как эти хилы, если я реслина, типа, в ДД спекнуть, как они прохилят, вообще не ебу прям. Не, ну, если три хила должны, по идее, в теории. Короче, будь в хиле, в пизду, похуй. Давай так вот же стартанем. Чего, рыбу? Так, ты, как обычно, там забираешь эту хуйню, как она называется. А что ты забираешь? Го рыбу? Боешки. Ставьте рыбу. Где-то рыба была. Кто у нас Рэл? Вон поставили. Рэл, четвертая пати, маг. Кринги. Да, Кринги. По всем вопросам к нему обращайтесь. Ласки. Да. О, танки помимо медведя еще. Танки помимо медведя чью и этот. И львичка, и воет, короче. И последний чек. На пулы, короче, все на чью давайте. Вот звездочку. Ты мне кое-что забыл дать. Три танка рили? Серьезно? Я холич дал. У нас так дамагеров не хватает. Да я не смогу разобрать. Холича разобьешь? Артсоу. Готов? И чисто грусть. Чарку отнимешь и все увидишь. Бойд. Че? У нас и так ДД не хватает. Куда три танка, блядь, в обычке? Ну ты уверен, что они не упадут? Ну ладно, похуй. Давай, поверим тебе на слово. Хули, у нас же время дохуя, я тогда сову спекнусь. Да? Я бы не верил ему нахуй. Да, тем более, что 5 хилов должны справиться. Говорил, будет ходить в статик, а в итоге пропал нахуй, еще и машину проебал. Да блять, проблемы были, че ты доебался? Блять, а кринж, ебани еще раз столик нахуй, я перезашел, блять. Та хуйня осталась на этом, как он называется, на пале, блять. А ебать, да рыба, блять, стоит просто. Возьми, похавай рыбу. И давай уже начнем, блядь. У меня уже горит, нахуй. Да это только начало, нахуй. Да уже горит. Да я взял уже. Ну хули. Урон на ребре, нахуй. Я, блядь, не знаю, как Кирилл, нахуй, выдерживает эти нагрузки, блядь. Это просто, сука, в космос полететь, блядь, легче, блядь, чем, сука, рейд. Да, ну. Просто надо на РТ приходить. Быстренько заходить на нужных персов. Чью? Да пока Д. Меньше пиздежа, реально. Гоу. Приготовились. Все готовы. Чеки. Топовый макрос. Как по заказу. На 5 секунд. Да, без реально. Чека. Заебись. Погнали, ребята. Вообще-то чек был, если что. Хватит пиздеть уже. Или ты не видел чека? Был. Я пизжу. Все, ребят. Го Геро? Конечно, Геро. Можете без Геры, хули, время дохуя. Так, имейте хилу в виду, короче, у вас это, два танка там, левичка и чью. Хилы, смотрите, прям ебать, кастуйте жестко. Два хапала, два решама, пристены. Ты, кстати, в холике сейчас? Угу, чтобы все прохилить. Самое жесткое, что у ДКшника нету ревностного. Неплохо так срезает, хорошенько прям. Видишь, по пол хп. Каст проебать и все. Беги, малышка, беги. Короче, сегодня был на траях леди в дальневосточной гильдии и... О, смотри, минус 2 хила. Его снял лагает? Кого? Я в ахуе. Ну, кстати, патч поставил, что-то на самом деле так, нормально. Шаман встал, а реслин тебя ресаю. Сразу вставай, забафайте его. Дал тебе иннер сразу. Фризит жестко, короче.
Гуси, не стой в это, как он называется? В луже, нахуй. Вот с лужи отходим. Ну, видать, моего иннера не хватает. Серия зли, дай иннер по Арислину. И Чилава тоже дай. Прям сейчас. По кринжу дайте сальву. Да, кстати. Закиньте. О, нормально. Скинулось игру. Ну, это в нашей пипанке. Разбрось. Кринжу похуй, он, блядь, с ДКшников срывает. С четырьмя напулами, нахуй, внимание, блядь. Это, блядь, затмение не проклят, чё за хуйня? Ты не в ГДК, что ли? Блядь, кто-то шипы так быстро сносит, просто. Весь бой фризит, как и раньше. Я, короче, ещё рассказывал, что вот Райли Леди, у меня 8 FPS. Ну, ебать, такие лаги, там хуй чё прокастуешь на шипы, нахуй. Я просто... Да, на леди еще похуй, но на ребре там полный пиздос. Леди делает. Гер, нахуй, похуй, нихуя себе. О, я за ребро, а гер, нахуй. Вот я и говорю, блядь, что на леди гер, и у меня 8 кадров, и представь, что делать, нахуй. Я такое вспоминаю, мне какой-то челик рекаунт говорил. Рекаунт удалить, в твоем случае. Да, он мне сказал, типа, ебать, говорит, рекаунт выключи, нахуй, и у тебя будет FPS. Я выключил, ну, рекаунт и Вуду еще выключил. Такой, да, игра. Не... 35 FPS. Ну, я после ребра тогда релогнул, что же выключил на Тейлис и его. Не, Details не жрет. А почему? Ты серьезно говоришь, что рекаунт выключил и все? Да, и вот стало... Это танцы с бубна, на самом деле. И стало 30... Если посмотришь, сколько у тебя все аддоны жрут, рекаунт и Details одновременно включишь, Details сразу в 3 будет меньше халки. Пиздос. Короче, стало заебись, типа, ну играбельно стало, блядь. Не, ну у меня вот весь бой тупо фризится, я не знаю, как я еще лужа не умер. Так что вырубай рекаунт, Details, вот эту хуйню всю вырубай, которая считает дохуя цифр. Тут же видишь... Это именно сегодня что-то, не знаю. Я вот тоже не знаю, ну типа... Параша ебаная, прям бесит нахуй. Со вчерашнего дня парня лагает, тут пиздец вчера был на ребре. В хэмке. Лагало пизда. Да, в хэмке пиздос был. Бля, я не знаю, меня не лагало. Вы, кстати, вчера сколько траев на леди дали? Блять, ну немного. Кстати, Кирилл просто очень быстро психнул. Ну, короче, вот, мы убили ребро с первого и до 11 сидели. Леди хуярили. Ну, Барбарос нахуй завис на ребре. На первой фазе 2-3 человека умирало. На первой фазе у леди. Там вообще жесткая хуйня какая-то, блядь. Она в контроль там берет, хочет сделать. Там ФПСом пиздец, нахуй. Сейчас я тогда аддоны выключу, еще в Дискорд перезайду с телефона, наверное. Ну то что-то сегодня вообще не то. Да качайте, помогает, вон там полезные аддоны, этот, помогает вот этот патч 90 о, метров. О, сколок ДЦ? Нихуя себе. Чё, мы отказываемся? О, запы танковские я бы собрал потом за 10. Да, отказываемся, я на шмот кубик нажимаю, на боешки Ондра нажимает. Ты когда на... будешь ролить, сразу или по времени? Ну, сейчас проверим с приползу ССКД, нахуй. Ну, РДС еще проверим. Нажал. Бежим Верните дальше. Запы. Бежим бить, у нас время идет там на трэше. Мне что-то проверим. Кажется, что это опять какие-то сумоны, блядь, по типу локовских, мне что-то вчера казалось, что только без вот этих ладятся. У нас вчера 3 демо-лока было, конечно. Да, мне вот казалось, за этих демо без топачей. Да, не, вы гоните, нет, явно не за демоном. Сейчас я проверю даже. Ну, я всю жизнь играю с этими демонами, что-то у меня еще не было. Не, ну было, да, было 3 демона-лока, это в... Ваничелло, Барбарос и этот был. Боже. Квокозябр. Квокозябр, да. 3 демона было. Но это явно не за них лайнер. Или кипровых можете бить. Ну так, я выключил Вуду, Details, сейчас посмотрим. А еще почисти кэш, релогнись нахуй. И так далее, блин. Поздравь, маму с днем рождения. Да, да. Ну, промать лишнее было.
Явно дотеры говорили. Блять, я же ее не оскорбил, я сказал, поздравь маму с днем рождения, ёперный капот. Ну про мать лишним было, вот это меня задело. Ну. В интернете вы, наверное, находитесь. Вас вообще ничего не должно задевать, блядь. А чё, блядь? Вы находитесь в ёбаном интернете, блядь, так что тут, блядь, любой уёбок чего угодно пиздит, блядь. Так что, блядь, обижаться нахуй. Мне вчера человек написал, что мою мать ебал. Я такой злой стал. Ну вообще пиздец, да? Жестко, нахуй. Монитору не разъебал? Да вот хотел, пиздец. Да нахуй. Лишний раз нервы тратите. Они там чего угодно могут написать. Да ну нахуй. Реально? Реально нахуй. Похуй. Поверил он инфу, кстати. Ты вот веришь, да, ну, нахуй, что можно убить Синдру в два хила, нахуй? Да ну нахуй. Вообще нельзя, да? Пиздец. Нереально, да? Вообще пиздец. Нереально, да? Ты хмыкнул, как этот, как Геральт, нахуй, в сериале «Ведьмак», нахуй. Где-то нарезку смотрел, он там мычал. Помолчу, блядь. Мычал без остановки, нахуй. Не, чтоб что-нибудь пиздануть. А чё нам... Убери с меня метку, пожалуйста. А чё аура на каст будет, алё, нахуй? Какую метку, я хуй знаю. А, все уже, все. Ты накурился? Ауру на кого есть? Да на мне череп был. Ты сам как череп. Он меня очень жестко раздражал. Лысый череп. Не, бро, я не лысый. Пока что. Ебать. Ты лысый? Вообще. Еще немножко. Еще немножко. Я отключил от скаду. Хорошая тема. Это не повышает. Сейчас мне не повысило. Не повысило то, что вчера он делал. Сказа толком не хавает. Именно Дискорд говорит. Рекаунт. Удалить нахуй. Все равно это нормально. Кринги, жри рыбу свою. Штурделя свою. Да, я ем. Где рыба? А мы так первого босса убили, да? Минус 3? Ну да. Нихуя себе мы звери, блядь, ребята, вы, это... блядь, вы просто молодцы. Кто распылять? Вы просто будет? Молодцы. Ебать, ты вообще пиздец, да. Мне ж пиво захотелось. Давай, ебашим, заебали. Чё, нахуй ты пыльнул, у меня не фулмана было. Да уже пол. Какая-то сова пыльнула. Какая-то, блядь, одна единственная. Свищ. Свищ. У тебя чё свищ? Свищник. У тебя свищ? Свищни. Смотри, моб нахуй на лестнице, ебать. Давай побьем трэш, что ли. Проклятие оцепенения, ебать. Там этот. Угу. Или боссик. Ой, мобик. Так, надо что? Законтролить челика. Владыка ужаса, давай я тебе дам вихрь. А, не восприимчивость, да? Пизду тогда тяну. Трогай КД не будет. Фанатика, бейте этот РДДшники слева. Давай, давай, попробуем разъебать. Разъебываем. Он не восприимчив. Блять, ли уже еще, блядь. Вообще неудачно. Сука, подойдет кто-нибудь еще ДД какой-нибудь нахуй в течение рейда? Интересно просто. А куда? Куда надо подойти? Ты куда? Говори, куда я подойду. А-а-а. Друид какой-то в онлайне сидит. Кто пиздеть будет, туда подъезжаешь к нему домой, короче, на малиновой девятке, блядь, и показываешь багажник изнутри, короче. Справишься, да? Нету девятки, а что делать? Покупаешь малиновую девятку. Владыка ужаса. Это слишком блядь. Дорого, блядь. Я не потяну, блядь, тебя. Почему? Блядь, дорого, блядь. Ну, в смысле, почему? Ничего не дорого. Чё, девятка дорого стоит, что ли? Сколько девятка? Ну, сейчас? Понятно, блядь. Вы все на девятках ездите. На малиновых? Ну, тем более, блядь. Вилфан, ты чё, прилёг отдохнуть, что ли? Ну, это, серьезли, давай тогда по нему это БР. Пускай побьет еще. Серия о зли. Не зли меня. Серия о зли меня не зли. Пиво, да? Пиво это. Да. Мне говорили, блядь, что... А, это субикон. Если пить пиво, то будешь ссать криво. Такая поговорка есть. И что, получается, наебали? Где совдота ли на... Не знаю, не знаю даже. Кто знает. Зверина.
зеленое пятно, надо из него выйти. Груси не справился. Кто убил Груся? Самое главное из желтого выходить. Груся, кто тебя убил, блядь? Ты в зеленом там... пятне? Там моб в центре стоит щитом. Все, переходим, успеем? Давай, да, под, да, успеем. Убейте милики за луп. Так, Бобросона контрольнул. Ладно, грусить. Я тебя ресаю тогда. Вставай. Дам тебе иннер. Ну, дам тебе лапку. Че, по Геру, по Геру. Геру. Ну, я духов не убегаю. Даже, блядь, не стараюсь смотреть. Да, наоборот, надо на них бежать. Смотри, как 90% хп отнялось у шамана. Ну, да, страшного. Я про то и говорю. Да, ставьте просто... тотем. Дотему на ману. Вот смотри, милф хата 8. Тоже 80% где-то. Но это его вот, не убило. Вот смотри, Рога улетел нахуй. Сразу. Это сразу, просто, блядь. Просто он был под боссом. Ему там буря божественная прилетела от паладина. Не успел среагировать. Не успел нажать уклонение в контроле. Короче, минус ЕП нахуй. Spirits. Накинь ему, пожалуйста, блядь. 200-300, блядь. За что? Сука. За то, что меня шотнули в контроле? Да, на... новые правила. Шотнут в контроле, тебе минус. Spirits. Я ебу, самый кринжовый целка, который я ходил, блядь. Блядь, ты уже ебана. Вот смотри, Холич в контроле, я ему кинул вихрь, его никто не сможет уже убить. Сейчас смотри, даже обновлю. Коп. Так я ему шип кинул, бро. Его грипнул кто-то. А я вот смотрю... А я вот смотрю, появляется дух, вот прям метр от меня. И так. Бежит вообще в другую сторону. Так. Ему вообще поебать, что я стою. Так. И так. Что дальше? И что дальше? Делаем выводы. Не всегда надо бежать, если возле тебя стоит дух. Не только лишь всегда, ты хотел сказать, да? Не, я говорю, не всегда надо бежать. Ой, бля. Я понял. Пойдем это великана бить. Пойдем великана бить. Бегать может не только лишь каждый. Не только лишь каждый, да. А ты вообще смотрел завтрашний день? Нет, я такую передачу не смотрел. Завтрашний день? Сегодня в завтрашний день. Мало кто может это сделать. Нате. Заливаем минус трэш. Минус ЕП тогда получается, я не могу это понять, слишком сложно. О, кот, смотри. Еба. Еще. Еба. Три кота нахуй вреди, еба. Три кота. Я хуею. Ну, во втором они точно не нужны нахуй. Три и одна кошечка. И одна кошечка. Мяу. Слышишь, пристально, у тебя есть ЗЦ же, да? Конечно. Можешь на орка ПС-ку покидать? Окей. Пиздец, а кто там ПС-ку забил? Да ты вообще с такими хилами лучше вообще в ДЦ-шке иди, ДЦ-шке попрофитнее будет, мне кажется. Вообще на всех боссах получше будет. Хотя хуй знает, с твоим духом можно, в принципе, и в холике, на лане, скажем. На лане нормально на лане, будет. Да. На лане, да. А вот на Синдра это точно ДЦ. Да, попроще. Даже в принципе и на Синдру можно в холике. Вот лича точно ДЦ нахуй. Не, а Синдру что заставить челика, который просто кинет глыбу на втором. А мы лича будем бить, да? Не, нахуй он нас будет бить. Вы, ребят, он, вы прекращайте, я понимаю там, блядь. Все дела, но лич куда? Ты имеешь в виду, мы его не сможем убить в 24? Ну, естественно. Вот ты подходишь к ключу и такой говоришь, ломай меня полностью. Вот это тактика. Естественно. Нам нужно кого-то брать, там кто-то хотел у нас что-то купить? Или это... Хуй знает. Мне не поступало никакой информации. Если у вас есть какой-то покупатель или челик на проходку, то берите, конечно. Это будет только плюсом. А так мы сейчас идем чисто за БЕшками, за ДСом, за осколками. Куда вы? Мы за квестом. За таликом идем. Ну, не забывайте. Давай его убивать не в палатке, потому что я буду вылетать.
привод опыте. Так, блядь, в палатке все вылетали, блядь. Только а что-то. Если ты будешь вылетать по небесам, ты вылетать не будешь, нормально так? Не, типа из игры выкидывает, я об этом. Когда он топает в палатке. Главное, чтобы с сервера не выкидывало. То прикинь, придется перса заново создавать и прокачивать. Да, еще. А он так выкидывает топает. Прямо в боль, да? Он прям выкидывает так, что, блядь, перс удаляется, блядь. Просто. И потом... твой аккаунт заодно. Да. Приходится потом, блядь, бонусы админам платить, чтобы все заново создавали, прокачивали. Им скрины предоставляешь. Которых нет. Блядь, что там дракон делает так далеко? Мы тут вот вроде горгулей били, можешь подвести его сюда, что он там? Он сам летает. А, ну смотри, этот, великан вот уже здесь. Котяра, ты внеси. Не гуляете. Шкаф. А сколько вот эта одна тварь летающая наносит урона примерно? Что это? Шкаф. Крестов. Крестовская. Он ушел, блядь. Все, ушел, вайп, нахуй, ложимся. Тыкните в шкаф. Там человеку квест надо взять, Котяре. Так берите, ебаный рот. Котяра, ты в Диси? Давай бери квест быстрее. Ты в ЦЛК вообще? И если взял, то это принимай сумон, короче. Остальные вон там шаман и груси. Груси. Гру. Блять, хуй просто. Грузин? Да, в натуре. По факту получается. Гросси? Я шаман. Гросси. Незаношенный ребенок войны. Никогда не подумал бы, что это произносится как Гросси. Ну ладно. Так и быть. Какую палатку? Какую? Ну давай, эники, беники, ели вареники. Давай вот в эту, в левую, короче, ближнюю к великану. А, вы в дальнюю хотите? Ну давай в дальнюю тогда. Хорошо. Дыхание надо дать массакру. А я от его топота отойду, ну его нахуй. Вроде не выкидывает нормально в этот раз. Не-не-не, мне страшно все равно. Сейчас знаем. Похо. Не выкинул. Не выкинул, заебись. Тогда заебись. Можно тогда сверху палатки стоять, да? Да. С крыши палатка. Просто накастовывать. А кто, Эридар, может на палатку залезть? Эридаровским говном, этим телепортом. Все на танке, чтобы дыхание вас. Меня с нее скидывает. Так похуй, но все равно залазить обратно еще раз. Нормально, да? Эридары вверх, по-моему, не прыгают, только в сторону. Не, там этот какой, текстура такая, чтобы я падал сразу же. На, нахуй, топнул. Бля, че мне персонаж удалился, нахуй? Нихуя себе. То, что я в палатке стоял? Ебать. Да. Как так, блядь? А ты что, в палатке стоял? Пиздец, конечно. Че, нельзя же в палатке стоять, удаляется персонаж. Сука. Говорили об этом. Блядь, так говорили, ребят, только не стойте в палатке. Нахуя вы в палатке? Нахуй. Вот опять, минус, сколько ты блядь, там ДПС отдавал? Минус 15к, нахуй. Кринж, кинг, блядь! Да я что-то пиво выпил и забыл, нахуй, забылся. Ну я понял, блядь, хули. Бля. Пивной король, блядь. Ты не Криншкин, а Биркин, нахуй. Ёбаный. Биркинг. Биркинг, нахуй. Он настолько круто пивной король, что я буду... А ты слышал, как он, блядь, так чисто по-английски сказал, блядь? Биркинг. Биркинг. Бир. Как будто проблевался, нахуй. Так и называется пиво на английском. Ну, проблевался, думаю. Я знал, нахуй, они так и назвали, потому что когда, блядь, перепивали, нахуя пиво, они вот так бррр делали, блядь. И решили так назвать бррр пиво, нахуй. Давны, блядь. Фух. О, весело было. Собственно. Короче, пошли сдавать квест. Это так, самое... Владыка, умри где-нибудь. Ты, короче, умри, потом покинь тело, и потом... Ага, уже Феникс, нахуй, ебать. Быша. Короче, кому ну, не повезло, потом сдадим. Чардж, быша. Пошли, пошли, сейчас сдадим. Вольт, Вольт, а где Воля? Волю ролить будем? Воля воровская. Я тебе сейчас мут въебу, нахуй. Какая Воля, ты ебанулся? Пиздец, блядь. Воля упала, блядь, а шо? Какая Воля, нахуй, ты накурился? Конечно. Ебать. Она сейчас упадет. Ба, вокруг, смотри, ба. Бам, ничего. Ой, ничего. Сдавайте квест и едьте на корабль. Ебать, барбаро, шишка, я лоха. Какие-то штаны выпали мне. Хорошо, нормально, хоть что-то. Хотя бы трусики теперь не будут видны, да? Да, по-любому. Блять, на фласке себе заработаю. Дагеры, блять, тратить, чтобы с пацанами нормально было. Блять, сегодня был момент, фласки по 380 стоили. Сейчас уже опять по 800. Да ну нахуй, реально что ли? Ебать, надо покупать по-быстрому, нахуй. Драконьего разума были.
Ебать, давно. А сейчас сколько? 800, говоришь? Все уже 800, 700 назад. А, я ебу. Я линковал всем, писал, типа, идите скупайте. Я там сколько мог скупил. Их там было по 240 штук где-то. Пиздец. Короче, я улетаю наверх. Наверх дирижабля. Да, хорошо. Там не начали рассказывать, что это очень долго их потом реализовывать. Сейчас. Все подъехали на корабль? Сейчас, дай только наверх дирижабля улететь. Давай, Бобрусок, быстрее. Улетел. Еще сухуня. Берите ранцы пока что. Блять, у меня есть свой дирижабль, нахуй. А кто будет короля танчить? Короля? Да, я тут, на пушке. Владыка. Бубаратный. Короче, запускаю этого пидора уже. Кто возле пушки, тот на пушке, все, ничего не знаю. Я на нашем трэш побью, а то мало ли опять фризанет. Кто на пушке, кто на пушке, тот возле пушки. Давай, кто угонится за собой, короче. Вот смотрите, я стою на трубе. Кто долетит до меня, давайте прыжок делайте. Посмотри, где мы с Фениксом. Мы где? На самом верху. Да похуй. Мы наверху. Так, кто это прилетел первый? Это Билл Хант прилетел. Ну вот на тогда 500 голды тебе. Что это там вдалеке? Так, еще и танчик, да? Или лифчик? Ну, может кто-то еще прилетел, но я все равно Милханту уже дал, так что голода кончилась. Купишь, короче, фласку по 380. На АПНа. Давайте разъебаем. Я обязательно выживу! Я выживу! Разъебаем этих петухов на той стороне. Зачем ты себя на арене показал? На какой арене? Я не умею аренить. Твайп. Я чуть не упал. Я как-то раз ходил на арену, крутил бэша там и умирал. Мне давали дизарм, я умирал. Мне не понравилось. Но потом появился хуй. На друиде бэша? Бэша на друиде крутил? Не, на варе. Полетели. А у тебя есть вар? Был. Когда-то. Очень давно. Нихуя себе. Ну что он так долго живет? Я бы, например, Кунку в PvP бы отпиздил. Да, не скажи. Че, он там просто... Кринж Кинга бы еще отпиздил. ДКшника любого бы еще отпиздил. Чего, ты вообще в курсе, кто это нахуй Кринж Кинг? Это Рога. Типа там Ондра, Мирае. Всех бы отпиздил, и того, и другого, прям по-любому. Ты вообще даже не понимаешь, нахуй, вообще. Просто бы, ебать, они бы там... Ну, ебать, у меня где-то видос был, короче. Челик кидает мне дуэль, ну анхолик, фулл пвпшный, все. Ну и короче это, я его... И шо, блядь? Я даю его чарж, даю мощный удар щитом, даю ударную волну. Есть? Пруфой. Ну и короче, даю эту всю хуйню, тот прожимает незыбку нахуй, и потом еще что-то я даю, какой-то удар нахуй. Нет, ты пруфани, а потом пизди, это хуйня полная сейчас. Я вообще не поверил ни одному слову твоему. Ну факт. Разъебал, короче, всех, нахуй. На арена турнамете, знаешь, такой сервер? На арена турнамете, знаешь, такой сервер? Я там брал, короче, соло против 5 игроков, короче, про товаром без щита, короче, 5 косарей рейтинга брал, блядь. Пруф. Против 5. Какие пруфы, блядь? Просто брал, блядь, понимаешь? Блядь? Ну и все, это хуйня ты. Уроди пиздок. Рогу любого отпизжу в ПВП просто. Любого. Я тебя понял. Мне кажется, даже серебана не осилишь, я так думаю. Кто такой серебан? Кто такой серебан? Значит точно не осилишь. Серебана пиздил, нахуй вчера. Согласен, где боевый? Да серебана даже я РВР не разъебал. Там шансов уже нет, как бы. РВР это что такое? Вы мне объясняете нахуй? Не понимаю нихуя нахуй. Я не PvP-шер просто. Я турнамент браво, я че такое ВР? Короче, кто хочет, чтобы я его отпиздил, короче, приходите после целка, блядь. Давайте последний маг и съебай. После целка, короче, будете это. Ну, PvP турнир нахуй. Где че нахуй? Не стыдно. Главный приз, удар по ебалу. О, нормально. Кто выиграет, короче. Он рассебись, да? Да! Сейчас добьют уже.
А кто-то делает? А, ну там модель все равно делает. Адель, ты же делаешь, да, скрины эти? Рекаунт. Какие? Рекаунт, где там общий ДПС. Если у меня не забагает, я сделаю. Ага. Что там по пушкам для было? Я не знаю, я могу летел спать. Не, ну ты походу знаешь. Ты в скаде посмотри. А как ты думаешь, я могу, на? Ну да. Лучше беба. Беба нахуй. Че? Беба тебя почти разъебали, на. Че там было? Вот это было, на. Друг. О, кринжкинг на первом, на втором кров, я на третьем. Я перегрелся разок. Я еще сидел, орешки хуярил, ничего. Я перегрелся разок. Слышишь? Это острые орешки. Че тут выпало у нас? Сколько нет? Я, да? Нет, да. На ретрика. Все на ретрик. А, тоже на ретрик пойдет, кстати. Всякая параша попадала нахуй. Запускай, запускай, что делать? Сейчас беба я тебя разъебу, да? Давай, запускай, а я за хлебом. Все, захожу. Запускаю, точнее. Ладно, давайте пока паролим. Этот шмот надо кому-то на распыл. Вот эта хуйня, короче, с ребра я прям сразу... Мне потом все... Ребра запы нужны. Вот это и вот это не надо никому, да? Кто распылять будет надо, чтобы Юля потом остановила? Могу я. Бля, ты что, глухой нах? Нет. Да. Ондре может. На распыл кому? Я закину это 100%. А, ну, Ондре, тебе на распыл, да, у тебя есть распыл. Че, Андрей, ты мне сейчас... А в конце рейда нельзя все скинуть? Ну, на сейчас распыли, ну, чтобы не копилось дохуя, тут места нету, блядь. У меня много места. Ладно, похуй, давай сейчас ебанем этого пидора. Че, Андрей, ты мне еще в рот даже, да? Не, ну я могу не дать, могу так, ну, полсилы бить, знаешь. Не понял. Ну а ты где объект взял, ну, ебать, рассказывай. Интересно, вот сколько здесь, сколько шипочники сейчас ДПС дадут? А да, кто на первом месте будет, интересно, Холич или LG Dotka? Крин, сколько ты даешь? 20к даешь? Не, ну Холич на первом месте будет, но у него шоу звучит. Да, по-разному. А у него чарт. Не знаю, я прошу раз... Скажите, когда припот, у меня это время... 8 секунд. Я прошу раз фарим тут харил, тут 20 секунд дал. 4, 3, 2... Один. Погнали. Геро. А что тут хилить? Не знаю. Да, надо было как-то спекнуть. Кто-то спекнулся из вас, надеюсь, хоть или слин? Нет. А, ну плохо. Я в лутце, в поисках покидаю. По кринчкингу дайте сальву. А у нас ДКшников нету? Есть. Тихо. А чё, горда нету? Два есть. Полика нету, да? Не дамажу. Горда нету. Есть. А, вот тоже появился. Где мой ДПС, нахуй, я его, блядь. Сколько я там даю вообще, блядь? А какой тянет? Войд. Тянет в рекаунте. 18. Ты охуел. 18500. 8 место. Пиздят, да? Наебывают? Нет, я подстрел. Сука, неужели вы все 20-ку даете? Ну... Да, первые три места 20. Это понятно. Ну, выше 20. Я четвертый уже присоединился. А на 20-ку он... Сейчас экзекутка будет, Боберсон еще под 20-ку должен будет выбить. Барбарос еще. Баллы такие приколы, блядь. Нерф на нерфе, нахуй. Пять секунд, то великолепный поиск. Лично три. Пэску надо вообще войду было кидать. Не, я ебал, не знаю, эти шипаки это слишком, блядь, ёбнутые. Вообще охуевшие. Еще с чарками, блядь, с долгородом. Меня просто ебет какой-то бомжатский шипы, нахуй, 260.
Ты еще анхолика нету в рейде, по-моему, да? А что тебе анхолик дают? Ну, шипышки очень дохуя дают, блядь, в Т4. Ну да, учитывая, что все пожирающие, это болезнь, блядь. Еще жестко апается. Ебаная дотка, нахуй. Тебя даже дотка, да, опускает? Ну да. Вообще пиздец, жестко. Походу вечный ну, холод шипешника будем собирать. Ну да. Так, следующий в рейде есть шипешка в этом очереди? Ну, после этих трех двоих. Хуй знает, может он в трэш крутит, ну что-то, блядь. По-любому? Да. Ой, блядь, орешек отрыгнулся. Лол, нахуй. Орешек отрыгнулся. Остренький, сука. Давайте, что там с скрипом? Ой, под конец, я же сказал. Сказал, сделал. Я крутил. Кинчи на пас. Ооо, седьмая карта. А, так ебать, я там в трэш накрутил, на. Ну, посмотри, при этом у меня босса, ну, норм. Ну, не сказать, что, блядь, мало. А ну, кстати... Кстати, по боссу... Этот, токены нажимайте, кубик, нахуй, я отказываюсь. А что, мне не крутить предлагаешь? Ну, типа... Да нет, другие лучше хочешь, не похуй. Линканите куда-то ДПС, вон в гичат. Кинул скрин, у меня не забагался нормально. Ебать вам машина, дотка нахуй, шемчик, скоро, блядь. А куда ты скинул? Куда скинул? В смысле, ты же не перегнал. Иду в ДПС, как я вижу. 259 ШП без токена. 259 ШП, у меня вообще ни одной топовой шмотки. 18 нормально, да? Нормально я дал. Котяра, чё так мало? Балансненько. У меня даже ни одного куска шейшенького нету. А общий сколько? Три духовые шмотки. А общий сколько, гляньте, это, строчку. У меня не показывает теперь. Посмотрите. 320. Ладно. Ребята. Я ради LM поменял рекламу. Балансненько, бро, балансненько. Крита нету, ебать. 60% крита, ебать, вообще нету. Бля, я там Кратос цифры дал, слушай. Настоящим боссом. Чё он там? Я только на роге даю. Можно ликуйте ДПС, и давайте потом посмотрим этот ДПС на профи, нахуй. Какая разница у вас будет, нахуй. Да. Так на профи. Или на синдре, блядь. На каком дрожь. Месте будете вы? Да, в натуре. Хули вы стоите, блядь? Ну, не по УВС, а чисто на каком месте вы будете, блядь. Чё вы стали? Бегите трэш на чём убить, блядь. Так мы хуй пройдём за 2 часа. Это Cyberpunk, это, конечно, круто всё. Я хочу фаери попробовать, тухлого похуяри. Ебать. Танки убежали. Блядь, где мой тайфун на совет? Откиньте этих пидоров. Ладно, похуй. Угу. Ну, мне, кстати, типа мозги хуёвые прокали, на самом деле. Мозги хуёвые, да? Ну, понятно, хули. Да. No. Ты слышал интервью Джеки Чана, нахуй? Знаешь, что рассказывал? Ему в детстве советовали жрать мозги свиньи, нахуй. Тогда будешь умным, нахуй. И он их ел, блядь. Видишь, какой умный получился, блядь. Фильмы снимал, блядь, охуенные. Так что хорош. жри мозги свиньи, будешь умный. Будут прокать мозги свиньи. Свинья достаточно умное животное, на самом деле. Ну да, поумнее некоторых, решу, нахуй. Ну вообще, ну она умнее собаки, как минимум, любой вообще породы. Вообще тут любой породы? Ну да. А по-моему, еще умнее этот слон, да, по-моему, еще умнее. Вообще, еще умнее свиньи даже. Ну да. А самые умные киты? Дельфин. Киты. Ну и животные? Дельфины на втором месте. Человека, да, дельфины. Дельфины, они могут людей там на самом. Ну, они там примерно, ну, примерно одинаково, нахуй. Дельфины единственные животные. Чего там, что они там могут? Помимо человека, который занимается сексом ради удовольствия, единственные животные, кроме человека. А крысы. Сейчас вот тебе скину кое-что почитаешь. Крысам похуй. Надеюсь. Мы пока чистим, что нет. Надеюсь, не про свиней там, блядь. Войд. Да не, просто там кто мол. Можешь волю разрулить, молю. Кому воля нужна, нахуй? Разролим, вообще весь шмот, только чистим трещину. Да, мне нужна. Кратусу она нужна. Ладно, епшьте волю. Кидайте ип, ставьте ип на волю. Я запах. Нихуя. Ставьте ип на волю, слышно? 10, в смысле 10, нахуй. У Кратуса 8000 еще сразу говорю. Так что ставки делайте нормальные. У котяры 6.5. Я тебя скинул, вы там почитай. Бля, если ЕП не общий, я забью болт на кота, ходить каждый раз. Ну, вот ты как хотел.
Ну как раньше, типа, блядь. А, типа зашел на персона, которым ты нахуй никому, ну правда, не нужен, и забрать на нем топовую шмотку? Ну так и было же раньше. А, нет? Ну хуй теперь. Теперь ходи на этом персонаже. Ты это... сам так забирал нахуй не раз. Нахуй. Кого я забирал? Кого? Шмотку покажи мне хоть одна на мне одежда. Да бля, не в этой гильдии, сык. Ну так а мы в этой гильдии сейчас. Так, этот нет? Самый... Ты не ставишь дальше? Кто там, котяра? 6500 он поставил? Я прокрутилась, у меня там... Он фул поставил, а я его фул перебил. Кто поставил фул? Кратос. А, Кратос. Кратос давай. Перебил, короче. Давай, 6600, нахуй. Где ты, Кратос? Я просто готов его ставку принять, больше поставить. Ну ладно. По сотке ставите, там это самое... Обмен. На тебе эту волю. Хц. Разруль запад? Сейчас разрулю, пока бейте. А воля мусор, на самом деле. Мусорная триня, максимально. Да не, нормальная триня, блядь, чё вы её так... А хуйня! Если нормально проклят, но это на везение такое. Ну а вместо чего ты хочешь её брать? Смотри, вместо чего ты её делаешь. Так, запад тебе на танка надо, да, вот эти? Чьё? Ну и всё, давай обмен. А там левичка 100, нахуй. 200, нахуй. Давай. Один ка, нахуй. У левички 5000, у тебя 3690. Полторы, нахуй. Два, нахуй. Нихуя себе. Левичка минус, еще обмен. Так, пока ты танчишь, на тебе обмен. На тебе запы. Так, ну давай тогда. Вот это параша надо кому-то. Облачение леди. Параша беспонтовая. Это, короче, на распыл. Вот это вот надо кому-то. Это тоже, скорее всего, на распыл. И вот это вот, надеюсь, кому-то надо. Тапки. 10. Смы долго били прелесть, ебать. 10 мейн. 1к кром ставит. Так, кром 1к, раз, два, три, да? Отдаю крому. У меня там чат прокручивается, если еще поправляете. Так, кром на тапке 1к. Конфель сними, нужно, нахуй их чистить. Так, кром 1к. Кому ленточка упала? Так, теперь вот этот параша. Вот это надо кому-то? Ханты какие-то надо, запы? 10 мил хант обмен. Больше никому не надо, да, кроме него? Обмен. Так. Осталось две шмотки. Плащ агильный. Артсол 10. Отдаю артсолу. И последняя шмотка — это вот эти запы на ретрика. Или на кого-то там. Вон, Колика будешь собирать, да? Сотка, оф. Так, левички отдаю. Бля, уснел. Стой, левичка. Да вы тоже, конечно, запулили собаку, когда я пошел. Как я вправо пойду? Смотрите. Так, и вот эти две параши — это на расплей.
Да не все, блутай собаку. Я этому отдаю, как он называется, на распыл угдотка. Он на масло потом выложит осколки, а потом с них масло сделается. Для РДДшников. Пизжина. Сука. Ебать, там это лает, я замучусь пока что. Бля, почему мег же давали раньше, нет? Дайте рыбу. Имбись. Плюс две параши на распыл. Милхан, ты где? Лапу. Сейчас. А дайте тотемы прям под босс. Тотемы под босс. Под босса. Тотемы? Тотемы. Тотем от слова... Тотем. От слова тема. То есть тотем это тема. Серезли угдотка. Все готовы. Даю макрос. Я заберу себе печенье. Блин, разъебываем этого большого босса. Как заебись, когда не лагает, сука. Вообще охуенно. Плюсик. Не вижу ебаный рекаунт, нахуй. Чтобы он сгорел в аду. По кринжасальбе дайте. Короче, споры разносите. Блять, две на танке. Ну, левичка вынеси. Выбеги. Или тоже вы. Чтобы мы не сдохли как бищи. Дайте, пожалуйста, я сейчас сору нам. Пожалуйста. Кринжу дайте сальву куда. А Энвис работает скидывать эту хуйню? Да. Да, но я не хочу сейчас на брусах и кучах Энвис нажимать. Ну, набрал, не сорвешь. Наверное. А чё, под ним бить нельзя? Или как? Нет, нельзя, блядь. Стоишь 5 секунд. Всё, чё, нормально, не сорвёт. Уже нормально. А чё у тебя с агро так всегда было, что кринж срывал с твоего ДК? Вроде, блядь, и на пулы есть. Чё за хуйня, нахуй? Кто-то не доигрывает с вас. Такого не должно быть вообще, блядь. Или я чё-то не понимаю. Может, у кринжа там не вкачаны таланты на снижение агро? Там искусственный чар или что там, блядь. Это максимальная хуйня, конечно. А он шаринган включил. У меня братанчик, это уже рейнган, нахуй. Ебёт как на себя, нахуй. Какой ган? Какой? Да Расанган. Нихуя не понял, нахуй. Я таких слов не знаю. Вроде держим. Блюют 4 тела вместо 3, нахуй. Нихуя себе. Нет, у меня чем прикол, дистанция 8 метров есть, а все равно блеванул нахуй. Значит больше надо набирать дистанцию. 10. Значит, у меня ДБМ наебывает. ДБМ наебывает, все тебя наебывают. Войд наебывает. У меня ДБМ, типа, пока 8 метров надо держать. Вот. Админы Сируса тоже тебя наебывают. Блять, просто да. Все наебывают. Все, кому блять. Лень и кому не лень. И правда, нахуй. Клинь. Просто задумайтесь над этой хуйней, блять. Прожимаемся. Да. Чуть-чуть не подохли, но это было близко. Такое. За что кринги? Кринги блюет. Кринги блюет. Нихуя себе захил. Сука. Да ты глыбу, потому... А ты глыбу сдай хоть раз по скиллу. Потом вдруг глядишь, на тебя кидаться перестанет эта хуйня. Да ну нах. Вот сейчас смотри, на тебя кинется блевота следующая. Так у меня нету глыбы же, я на ядку нажал. А, хуево. Ладно тогда. Кто-нибудь вынести там в образ. Да не выносите нихуя, уже похую. Уже этот. Не будет едкой гнили. Видишь, у босса 6 лямов. Мы его убьем через 15 секунд, через 17, через 16, 15, 14, 13. Там мы тебя 13, поняли, Войд. 12. 11. Сука, быстрее бейте. 10. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да, смотри, да, смотри, да, разъебали, да, блядь, четко, да. Да. Беба, да, я тебя не вижу. Да.
Ебах посох. Из кого ты сейчас не посмотрел, забагался у меня рекаунт или нет? 28 хольча максимум, да? Не, 26. Мне показывают 25, скажем. 21.3 у меня. Кринж получается. 28 у меня максимальный, тогда я и кидаю, да? Значит, не забагался мне нормально. 28 у тебя? Да. У меня 21.3. А, ну тогда 25. Блядь, сколько... ты чё ёбнутый нахуй, блядь? Сколько я там на совет дал, посмотрите, блядь. Вроде не блевал. 15-ка. Сейчас я скину. Глупо ты хочешь. Кринги выходят какой-то. Нахуй от меня, блядь. Кончик. А может ты блевал нахуй, я чё-то не заметил. Че ты там скинул про дельфинов хуйню какую-то? Какой-то секс с дельфином, нахуй, охуеть. Такое вообще бывает? Это познавательно. Это там, где есть фонтанчик, нет фонтанчика, этот. Что, там конкретно какой-то гайд, нахуй, как с дельфином поебаться. Блядь. Нет, это, короче, надо было скидывать полезную информацию. Где? Ебать-то он там расписал. Ёбушки, это надо читать? Да. Не-не-не-не. Ну, типа, если... Это слишком много. С дельфином хочешь по... Лучше всего проводить по кругу. А, кстати, вы знали то, что был, типа... Знаете, типа, подобие гей-парад, только зафильный парад был в Европе. Ебать, нахуй. Да ну нахуй. Не рассказывай такую хуйню, блядь. Да ты обливану сейчас. Нет, это серьезно, блядь. Такая хуйня. Да погнали. Я уже блюю, блядь. Заебал, я блюю уже. Просто в тему, блядь. Дупла завр. Все, все готовы. Даю ДБМ. Я гайд читал, отвалите. Гайд, блядь. Как правильно, правильно трахнуть дельфина? Да. Ебать, блядь. До чего дожили, да, блядь? Да, нахуй. Кринги какой-то уходят от меня. Биркинг, нахуй. Кринги, создавай твинка, нахуй. Вара, Биркинг. Бургеркинг. Бургеркинг, не бургер. Чего? Вар будет у тебя Биркинг, нахуй. Потом ДКшник сказал, водка кинг, нахуй. Потом еще какой-нибудь. Дельфин кинг, нахуй, создавай. Король дельфинов, да. Промолчу. Да нихуя, нахуй. Кто не смотрел фильм, точнее, кто смотрел сериал Эш против зловещих мертвецов? Эш против зловещих мертвецов? Да. Эш из Шаман Кинга, который? Ой, из покемонов, который? Какой покемон, нахуй? Ну, Эш, нахуй, ты чё не знаешь, нахуй? Ну, он руку себе отрезал, короче. Там... А, этот я знаю. Да, и у него это... С бензопилой. Бензопилу, да, на обрубок вставлял, короче, прицеплялся, блядь. Человек-бензопила, ёпт. Анимешка такая, блядь. Чё, никто не смотрел этот сериал? Вот посмотри, короче, вторая серия второго сезона, нахуй. Кринж, нахуй. Вот для тебя серия, блядь. Батя, когда посмотрел, я обрыгался. Смотри. А чё ты? Анимешку какой-то слабый. Посмотри. Слабый. Школа мертвецов. А, нет, нет. Какая школа, блядь? Ты Эша, нет, посмотри. Нет. Школа... Бля, как она называется? Нет, короче. Короче. Анимированная херня, где детализированы прорисованные органы и так далее. Во всех красе. Хентай? Нет, это не хентай. Русская порно, блядь. Нет. Там человека размазали по стене, типа, и постепенно органы стирались по стене. Вот прям хрен вами нарисован был. Тебе нравится... Ты вдумайся, тебе нравится такая хуйня, блядь? Ты не блевал? С человеком нас тут поспорил. Я бы на твоем месте после этого обратился к психологу, на самом деле. Я тоже. Проверить. Психотерапевту хотел. Есть люди, знаешь, определенные категории, вот, допустим, какие-то там патологоанатомы или врачи-хирурги там, нахуй. Которым, ну, как бы похуй, у них это работа, когда ты смотришь там на органы, еще что-то. Обычному человеку такое, ну, вряд ли сразу подойдет, блядь, смотри такую хуйню. Да нет. У тебя, наверное, профессия такая, или ты просто крейзи? Да нет, уже было 3 операции уже. Ага. Заебись дома. Ну, смотрите, взрыв. Блядь, 5 стаков, ну. Отбегаем. Нахуй. Отбегите из центра. Летит параша в центр. Ай, бля, я жить хочу. Видите, он падает, приземляется. Ну, Бобрсон, наверное, точно там стоял, да? А чё он Кринги убил? Я не понял. Бобрсон, ты тут? Иди себе нахуй. Ты чё, блядь, уснул? А, лагал, нахуй, ясно. Я всегда такие отмазки пишу, когда вайпаюсь. Остранение в центре наливаю, пишу. Теперь я лагал. Знаем. Я лагал, нахуй, и всё. Ох, уешь, что?
А вот теперь мы знаем, почему ты на леди так хреново создал. Со. Кстати, самое самое хреновое то, что вот эти запы мне нужны на шамана, а они падают тут по КД, блядь. Когда я не шаманом, нахуй. Да мне нужны запы, то же самое, только дух крит. Ты нажал там на плечи ок-дотка? Нажал? На боешь? Распылить, да? Да, распылить. Ну, в смысле, да. Ну да, нажал. А пизда чую. Кто с вас пизда в кукле? А чё, у нас есть этот архолик? Да, я ненавижу новые сиры, так. Все сбросились опять бафы. Есть анхоли танк или ты чё? А чё, у вас немного нету спека? Понял. Блять, а Арислин, ты сейчас в ДД был или нет? Я чё-то не заметил. Сука. Арислин... ща. А, он в холике сейчас. Блять, я не знаю, он захилите вы вчетвером или нет. Я это не знаю, как тот шаман хилит, который 240-й. Арсол этого получше вроде должен быть. Ну, 1004-5 выдам. Я вот не знаю, блядь, спекать его в этого, в ретрика или нет. Вообще не ебу, блядь. Сейчас вроде проходили. Да, все равно не будем переводить за одного связника. Да, давай спек его, думаю, справимся. Давай в этого, в ретрика, Реслин, в пизду, домаш, короче, нахуй. На, это, на Лану спекнешься. Там, на, кстати, Вальку. На Лану, Вальку, Синдру. На Лану, Вальку, Синдру. И на Лича тоже. Рыба. Эрдру зашел, ну... Ну, который просто вначале вовнулся. Дайте рыбу. Сейчас как раз его нахуй возьмем. Дайте рыбу. Давайте это повторять как можно чаще. Ебать, я пальчик только что облизовывает. Дайте рыбу. Блядь, каждый раз у меня рыба пропадает. Почему у меня все бафы исчезли? Дайте рыбу. Бля, рыба тоже пропадает. Не вайпнулись, ничего. Я сдох, как псина ебаная. Дайте рыбу. Ща. Рыба. Подождите, у меня где-то не, есть... Не, то, что рыба пропадает, это бред на самом деле. Блядь. Да, кстати. Не, хуй с ним с рыбой. В принципе, все пропадает. Ну. Не, даже, ладно, нету ивейда босса, мы убили его. С хера ли должно все шкаф, пропадать? Шкаф. Ну пусть тогда обновляет КДшки все, нахуй мне 3 минуты ждать, блядь. Да в натуре, блядь. Да не ебанутый, обновляет вроде геру, как обновляют. Блядь, на каждого босса. Пидор, шкаф, блядь. Шкаф, дайте. А чего тебе не обновляется? Алло, Барбарос, нахуй. Проснись. СС не обновляется. Сейчас суманем рту. СС, да, это единственное вроде, что не обновляется, сказали. Так, все остальное вроде обновляется. Не, у меня хладнокровие не обновляется, например, трехминутное КД. Глядишь, и... к концу рейд РТ и этот, фулл рейд соберется. Да, в натуре, блядь, на это не счет. Забафайте его пока. Мы потом в РС идем? Да, я ему нырок кинул, так что это... Стерва, если в Дисе, принимаю готовность, короче. Остался Котяра и Фуникс. Котяра, быстрее раздупляйся. Ты тут? Все, Котяра тут, пей куклу. Давай почет. Давай. Он добежал до стола, не вижу. Нихуя. Блядь, я Бирсу прожал Джейна, пизда. Все, разъебаю. Тактика, бей босса, нахуй. Отходим из лужи. Да, надо было тебе, наверное, под столом выпить. Ну да ладно. А нахуй на первой фазе далеко он? Сейчас будет переведет уже. Вам сразу. Чего я сварил бы? И крышки бы. Смотрите, сейчас зеленый вышел. Зеленого в ДПС. Задотываем максимально. Перевели босса. Верим. Короче, как разморозимся зеленого, быстренько зергаем. Нет. От него отбегаем, близко с ним не стойте там, потому что вы одни стоите, вас выберет, разъебет нахуй. Давайте быстренько кастуем в него. Да, бьет. Кастуем. Там пельмени сейчас будут аккуратно. Вот я говорил, вы, сука, два бича, ну... Блять. Вот говоришь людям вроде нахуй нормально. Сириас ли реса Элконфела, Котяра Кратоса ресы. Два бича, сука. Бля, ну сказал, отойдите нахуй от слизни, нахуй.
Бабычки вайпаются, как ну пизда просто, я хуею. Ай, бля, вы уже. Алканфела, ну щиток ему. Серьезли, Алканфела, серьезли, Алканфела. Ладно, я Берни, похуй. Давай, Берни. Сука, серьезли нахуй, чё за хуйня, ты в диси вообще? Я забываю, что я друид, но... Ну так, а, это ты протопойер, я забыл. Я думал вообще нонейм какой-то нахуй. Я думаю, нахуй Сошу, блядь. Ебашим красным. Что за Сириус, блядь, что он несет нахуй? Ну, блядь. Че пиздец. Кринж, нахуй. Правда, нахуй. Пельмени, вот смотри, летят, вязкая гадость на мне, отошли на 10 метров. Видите, блядь. Артсоулу похую, нахуй, он ловит пельмени ебалом, блядь. Ну-ка, как цепуха теперь кастуется, давай я посмотрю на тебя. Ну-ка, покастуй цепуху. Бегаешь, да, стоишь? Я понял, блядь. БЦ, блядь. Бэт, ты какой-то активный, славяный, вахуй. Так нахуй, если на таких боссах молчать, нахуй, на квартальных, вы, блядь, вайпанетесь, в лужу зайдете, вот пельмени отойдите, блядь. Вы в лужу зайдете, нахуй, вообще будет похую, давай. На зеленого не бежать, нахуй, говорю, блядь, слышно? Прием, не бежать на него, сука. Кто там? Ясно, котят... нахуй. Котяра тут, нахуй. Сука, ты конкретно тугой, нахуй, или чё, блядь? Не, ну... Ой, блядь... Что Котяра, что Кратос. Ты, ну, я в ахуе. Я не знаю, нахуй. Ну... Да зачесть, братишка, чё ты? Бейте. Ты бэрит какой-нибудь? Да, серьезно, бэрь Котяру. А Кратос в пизду пускай лежит, нахуй. Он два раза уже сдох. Лимит исчерпан, блядь. Этот, зелёный, жёлтый, нахуй, бьёт красного, нахуй. Сука. Дайте этот каску лапу приставав. Милики, свечитесь нахуй. Видите, он мимо пробегает, нахуй. Чё, блядь? Пельмени, парни. Пау! Нормально. Короче, еще одного слизня убьем. Стопить надо будет, наверное. Я скажу, когда. Пока что подбиваем еще. Бьем. Бьем. Зеленый появляется, свечимся в зеленого. Все, стопните. 4%, я подведу. Чё, там, 2% нормально успеем. Вот лужа, дай незыбку на рейд. Лужа рядом. А, нормально. Все добиваем. И уже переводим. Босса, задолжите тоже. Сука. О, 0.6%, 6 секунд, 0.2%, 3 секунды успели, сука. Ебать. Просто лучшие, нахуй. А скелли, еб. Диспел куклу, блядь. Бля. Я все каждый когда забываю макрос на снять с дивана сделать. Опять все бафы себе с ним. Ладно, хуй с ним. Да, давай, хуй с ним, Кратос, вставай, нахуй. Будешь дамажить, нахуй. Геру проебал, конечно. Второй шаман, дай Геру, если есть. Фул ДПС. Смотри, сейчас пельмени полетят. Немножко вот так вот встанем подальше. Так. Барбарос СС по Арислину дай. Есть СС? Отходим пельмени. Когда колбы будут? Скоро. Так, сколько там на первый так? Таймера нету. Он проебал первый колб. Вот колбы. Этот, да, сколько на тебе там стаков уже? 3 стака. 4. 4, все, Левичка, забирай. Диван, давайте. Арислин диван по чью? СС, надеюсь, дали ему. Поехали, если дали СС, вставай. Вставай. СС не дали, да? Я понял. Барбарос, ты что не дал СС? Я понял, блядь. Ясно, понятно. Сколько там стаков? Может, медведь просто, забрать? Просто хуярим. Не надо ничего забирать. Просто добиваем. Понерфленная вся хуйня. Уходим, слушь. Проведи немножко босса. Туда, в уголок немножко, ага. Далековато стоит. Бобрсон, если там колба, нахуй. Пельмешки волшебные, не ловить. Хорош, нахуй. Ебать, что-то новое, нахуй. На токены нажимаем, там кубик кому надо. Токен, если. Ебать, какой пояс, у меня 26-й, нахуй. Я хочу его. Кто хочет? Я хочу. Я вот такой вот.